Здравствуйте, друзья мои! Сегодня 11 сентября, и мы у Александра Вдубовского, известного белорусского виноградара в Гомельской области. Он нас пригласил в гости, и мы сейчас посетим его виноградник. А ты знаешь, куда в Южной Корее используют хризантемы? На похороны. Да ты что? Да, только это... А ты представляешь, в Китае как бы ты поднялся? У тебя такое все серьезное в цветах. Да, да, да. Слушай, ну так, серьезная тепличка, я скажу. Да так щипать разрешаю. Спасибо. Давай, Саня, начинай экскурсию нам тогда. А с экскурсии, собственно, что тут начинать? Вся ягода уже как бы срезана, реализована, а осталась в Орду, ждет своего часа. Ладно, не понтуй, есть... реализована, она у тебя была? Слушай, тебе вообще слово кто-нибудь давала? Ты где вы? Михайлович, извиняйте, попугал меня. Бес попугал. Ну что нас ждет сейчас для того, чтобы в дальнейшем, ну, приготовить, конечно, не идеально, но при этом, ну, неплохое винцо, да. А, несмотря на все-таки погодные условия, видишь, как ягода, ну, можно сказать, практически не треснула, да, кое-где повреждения есть, но за счет того, что ее все-таки шершни долбанули, птицы, все, поэтому, видишь, единичные ягоды, ну, подгнили. Но при этом гниль особо-то, ну, не идет дальше, ну, и не успеет, потому что я во вторник ее буду все снимать. И смотри, и говорят, что в Орду, да, нет грозди. Ну что? Ну да, грозди. Ну да, вот смотри, я впечатляет. Нормально. Ну грамм на 400, наверное, должна быть. Смело, у меня рекорд был 700 грамм. Она же по 2 на побег. Ну, я думаю, да. Ну да, 2 на побег. Я думал, смотри, раз, смотри, я думал, технари не гнию. Раз, два, три, вот, три все, штуки. Раз, все. Два, три. Смотри. Раз, два, три. Вызревание лозы, все. Ну, знаю, что еще надо? Это прибал. И многие узнали, узнают точнее. Это мускат блау. А, ничего. Пробуй. Ну, пробуйте, скажите, есть или нет. Не знаю. Я уже просто что кофе попил, из дома ехал. А, видишь, он кофе попил. Он мягенький у тебя, хорошенький. Наверное. Мускат есть? Есть. Легенький, но не сильный. Не сильный, ну так извини меня, 5 дней дождей шло. Ну, сахар хороший. Дайте нам. На Могилевщину, Белорусский район. Что еще осталось? Вот одна груздочка этой самой. Столетие, да? Ну что, повредилась она все равно, потреснула. Угу. А лоза зря это не думает. Это кишмиш столетия, да? Кишмиш столетия, да. Или это, природа точек, от чего? А это все-таки, знаешь, как ямчатая пятнистая, но, на яблоне. На яблоне, а что здесь-то? А здесь что? Чрезмерное количество азота в почве, ну, он воздух. Он же сам, видишь, кормится, и виноград не обижает. Чрезмерное. Лоза такая тоже, смотрю, серьезная. Мощага. Жесткое, а почему вы еще не срезали? Опять в Орду, да? А, это же, подождите. Можно держать. Еще рано, чуть-чуть да? Подержу, Саш, до вторника. Почему пока приеду? Погода. Погода, да, пускай тогда немножко. Тогда не будет. В среду холодно. Меня не будет, я сегодня уеду. Ты знаешь, какой стороны. Я знаю, что до вторника. Да. Ну, конструктив какой-то, вот, видите, ну, зачем? Меня за счет. Это то, что ты здесь накрывал. Который начинал. И, это то, что ты скидывал. Ага, это вот видео у меня уже было. Да. Это то, что стало с твоей тепличкой после укрытия. Давай я тогда первый зайду. Ну, потому что лысая. Я так понимаю, Саня, смотреть тут уже нечего, да? Двухплоскостная шпалера. Ну, такой вот. Ногами так прямо. Вот что это? Что это такое? Песок, не песок? А что он такой черный? Ну, такая. Не, он же здесь столько завелся. Это горело солнышко? Что это, Саня? Это графиня селекции Калугина. Это прививка этого года. Слушай, а у тебя вон там не аюта висит? Это не аюта, Алая Заря, но она очень сильно хорошнула. Это что, может, шиповало или что-то? Я не помню. Ну, там на прививке этого года. Угу. Но еще опять же не готово. Ну, посмотрим, перспектива интересная. А по вкусу что обещают? Гармонично, но ягоду 24 грамма. А ю просто. Ну, 5 сантиметров длиной, я думаю, будет интересно. Посмотрим. А, здесь можно щипануть академик, если кого интересует вкус. Вот на пасыночках, пожалуйста, пробуйте. А, это академик на пасынках. Да. Ну опять же все уже, видите, да, уже люди наели, да, как да, обычно, да, короче, все. Угу. На пасынках, сладенький. Остался цимус на пробу. Нет. А
куда там пошли? Ну, что-то продаем, конечно. Ну, конечно, да. А нет, что нет, здесь ладно, осталось? Ты же говорил, что у тебя цены, то все. Что здесь осталось на прививке? Ну, только начинает, видите, билет, это Красная Роза, Калугин, это из Нового. Обалдеть. И там хорошо, Энергодар. Энергодар, ну, на прививке, на слабенькой, да. Ягода не характерна по размеру, но уже красится. Ну, там, соответственно, а, вот это, да? Да, 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 да. Вот, смотрите, к нашему приезду. Красная дорожка. Нет, это вот барина я встречаю вот так вот. Слышишь это? У Калугина напрямую? Ну, нет. Ты 1003 отдал? Не-не-не, ты что, бы? Уже нет? Через друзей. Уже попроще. Уже попроще. Ну, это ланцелот. Это то, что долго висит. Ничего с ним не происходит. И вызревание лозы раньше урожая. Хранится хорошо. Да, да, да. Но все равно тут уже все спелое, переспелое. Маша Щельникова, блядь, она очень боится солнца, смотри. Это прививка этого года, попало солнышко, да? Все-таки 26, да. И вот солнечная жизнь. Хочу сказать, что ее даже не раздуло еще. Да она еще другого вообще. Она вообще ее, она даже форму свою характерную не надала. Она еще вообще, вот посмотри, камень, ей да, еще дуться, да, расти, да? Ну вот немножечко есть. Я вот, привозили. Она даже по форме будет, как бы она больше и шире. Ну есть много чего. Здесь и. Тоже Энергодар, да, или что это? Здесь Энергодар, здесь и Аватар, здесь Ихнишмиш Рататуй, здесь все. Не святая. Высох, но почему-то в этом году не получилось характерных растений. Подарок не святая. Завяливается подарок не святая. И изюм, короче. Кстати, есть разница, северный и южный подарок не святая. Да. Я этот не попробовал, я имею... Не, по внешнему. У меня дожди, но наливает ягоду. Ну, Изюм. Изумительный. С этого самого Кишмиш Делиадор. Ну он висит, я уже потихоньку заизюмливаю. Да. Наверное, ричотто хочешь сделать. Слушай, точно мускатный изюм можно делать? Серьезно? Нет, так он... Нет, так ты мне расскажешь, как это делать. В интернете поищи. Вот, вот это друг, я понимаю, а да? А я его с соли делал, я его... Ну что, Алвика, посмотри, вот она, Алвика, в условиях Гомеля, да? Угу. В условиях теплиц. Вот, да, но никаких... самое главное, что она еще не зрела. Чего она не зрела? Все говорят, во всех не зрела, а у тебя зрелая? Ну давай попробуем. Давай. Много не надо, нет, я настолько не съем, нет, потом высчитаю зарплату. А, ну хорошо тогда. А барину не палывается? Да. Это Алвика. Дома я хотел спросить. Ну дай, пожалуйста, вообще не пробовал, в жизни не. Вкус отличный. Ну, где-то какое-то самое. Я два раза по 50 баксов покупал саженцы, два раза по 50. Да, и косточка уже нормально. А потом, когда вот такие мне нравятся. Там вкуса какого-то нет, но он такой кислинка, сластинка. Товарный. То, хороший. Что надо. Гармония такая. Да, да. До рынка нормально. Высохла уже прекрасно. Кондиция замечательной, шарадой. Ну да. Замечательная кондиция шарады ой. Ну что, у тебя сушеные торфяники или ты завозил торф? Засушенное все. А я тебе скажу, очень приятное засушенное. Кстати, действительно приятно. Да? Да. Угу. Ну тут много чего можно сухого найти. Вяленое, да. Но. Это ж уже никто продавать не будет. Это другой уровень, вяленый виноград. Вяленый, ну-ка. Да. Если его хорошо упаковать, понимаешь, изюм шарада. Хорошую цену взять. Да, хорошую цену. Естественные высушки. Прямо на чернослив. Да? Да. Угу. Так и есть. Арбуз, а тут Аня зайдет и плакать. Дайте я посмотрю арбуз. Ух, какой арбузик. Ой, какой колесик. Он потерялся, короче, в пространстве. Осталось, немножко казанова осталось, да? Подгорошащий, да? Это он же, да? Да. И кто не пробовал, то самую... Красаву. Казана. Пробовали сегодня? Нет, да. Ты нам не давал. Да вы что? В том году, красаву нет, не пробовали. Знаю, что у меня болеет милдзю. У тебя красава болеет? Да. Ну, у меня первого года. Пысанки. Ну что там? Кто, берете еще? Красава зачат. Казанова мелкая или мы как? Огурчик. Она, да, горошнула. Классная. Хрустит. Причем есть вот гроздь отдельно настоящий, ну более-менее как и неплохо, да? Пробовали. Не стоящая, висящая. Я а что-то, да, горошит. Классно, да? Хрустящий огурец. Ничего уже. Ну там уже... Даже нет, не огурец, яблочко такое. Остатки Дубовского, да? Это можешь не показывать. Это что? Это мусор селекционный, это кишмиш бесподобный. Все, можешь не показывать никому. Это все смесь. Дуб розовый, который, блядь, все-таки поврежден был. Дубовский? Да.
подорвало. О, его тут, да. Слушай, теплица и так порвала, да? Ну, не критично, конечно, но... Ну, вот я эту ягодку дерну? Да, конечно, здоровье. Опа. Не стоит, он размером тебе не стоит. Ты не показывай твою красоту, зачем, не позорь меня. 14. Он вкусный? Он реально вкусный? Вкусный? Ну. Че, он просто перевесел, переспел его. Уже Саша, просто доели. Игорь, его надо было снимать еще месяц назад. Здесь всю ягоду надо было снимать месяц назад. Ну ты просто для меня ее подержал, я понял, ну, что конечно, да. Ощутил, как он может вызревать. Ну если ты видишь, вот смотри, ну, красивый. Ну, вот ну на пасынках уже, конечно, вот, хорош. Вот смотри, какой он красивый. Ну конечно, пасынкованный будет нормально. Но. Вот, оторви вот его. Ты уже просто уже весь ощутил урожай как бы снял, так что тут стесняться-то? Смотри. Не вынимай, просто поверни другой стороной. Зачем? Смотри, как мы красота. Попробуем. Но это посынкованный дубовский. Ну, видишь, чуть-чуть все-таки, то да. Есть форма, все так, как слушай, он тоже готов на пасынках. Володя, дубом. А я вот уже взял без госта. Красота? Вкуснота? Ты попробовал? Тверже посынковый? Как тебе? Он не тверже, он такой же. Такой же? Да. Ну, сладость немножко поменьше, но... Ну, давай. Но у него кислота немножко осталась. Вот. Что обычно не хватает, кислиночки. Ну, видим, да? То есть, ну, да, да, да. Есть в этом году, ну, а что ты сделаешь? Трещины. Попробуй. Давай. Капризный это наша цене. Ну, нормально, нормально. Но. Ну, Прео проигрывает. Прео проигрывает. Вот, а ты же говорил на уровне Прео. Вот этот получше немножко. Но, опять же, надо работать, пойдет, и там, не пойдет. И там есть плюсы и минусы, скажем да. так. Нормально, можно. В общем, работать. Надо пробовать. Можно пойдет, работать. Так пойдет, нет, так нет. У каждого как бы свои условия. Вот тепличка снаружи. Фига себе, тоже масштабы. И дровишки для отапливания этой теплицы, кстати. Тоже масштабы не детские. Не этой, там другая теплица. А это не к этой? А эту не, как он топит? Это так. Саня, ты вот этими дровишками теплицу топишь? Да, да, да. Ну вон, точно. У тебя их две, да? Вот эта большая и вот эта. Пример подал, показал. И он тоже, будете мериться. А и ты же еще говорил, еще один участок где-то ты купил. Все равно нет. Да он меня уже сделал, понимаешь? Саня, ты же еще один участок. Ну, да, вот. А, вот этот, он еще не освоен, да? Ну да, только документы же вот на руках. Все, короче, здесь тебе еще работа, непочатый край. Да. Короче, Саша психанул и захотел тут всех соседей, у всех соседей отжать. Немножко по... Соседи ничего не занимают. Пошел, написал заявление. Это все официально, это все бесплатно. Земля у нас в Беларуси дается бесплатно, на самом-то деле. Ты платишь только за услуги гипрозема. Угу. Все, пожалуйста. А, так подожди, это не соседский участок? Нет, нет. А, это все. А я решил поприкалываться, думал, соседа отжал. Все ясно. Ну и вот по конструктиву, видишь, что-то обратил внимание. Посмотри на него, он бы у соседа отжал. Что все-таки... Был бы я его соседом, я бы ему сразу отдал. Обрати внимание все-таки по конструктиву теплицы, да, по крыше. На виде камеру. Насколько как хорошо лежит пленка на арочнике, да, даже с небольшим закруглением. Ага. И все-таки вот тебе плоская крыша, да. Идеально выровнена, да, ну, расшнурована, выведена, и все равно пленка не ложится идеально. Ага. Потому что это плоскость. И тем более зимой явно ее продавят. Да ее протрет. Ну, точнее, ну следить за ней надо, следить. Ничего, нормально. Все, здесь пленка, в принципе, хорошая. Ленты держат. Дорогая, они держат, они утягивают ее. Когда, а зима, понимаешь, сейчас она немножко все-таки на жаре она подтянулась. Угу. А, будет холодно, а ее стянет. Нормально. Плотность хорошая. Хорошо, а по сроку? Мне кажется, срок она не вытянет, как вот на арочке. Заявленный нет. Все-таки за счет парусности, счет вот шлепания, она будет... на месте, где доску доски касается. Она немножко там будет все-таки, да. Со временем протирать. Но с другой стороны, это гораздо дешевле и проще, чем поликарбонат. И поликарбонат вообще, как бы, я не считаю, на теплице уместно. А смысл? Только пленка. Не держит ничего, град его пробивает насквозь. Да. Даже если какие-то природные катаклизмы, ну что, заказал, через неделю перетянул. Что, поликарбонат? Нет. Да? Ну вообще. Нет. Поликарбонат вообще забыть. Да? Он не держит ни температуру, он... А, ультрафиолет потом не пропускает, он зеленеет. Зеленеет, он же вообще. Так он зеленеет, солнца нету, все, забудь. А когда говорят, там он 10 лет стоит, да пускай хоть 20. Может, еще раз повторить, я сниму на камеру. Поздно уже снято. Антиреклама. А все же пленки. Снимай сбор как раз. Да, на Пинск. Подготовка к Пинской выставке. Нет, тогда снимай. Саша тут поскладывал все. Тебе конечно, уже надо грузовичок покупать, а нет? Ну, при твоих-то масштабах. Сначала то освоим. Теплицы, смотри, какие. Сначала освоим, потом будем дальше это все дело. А этот, как это правильно? Цветник, цветочник, как правильно это? Это вообще цветочная теплица. Цветочная теплица. Да. То есть она изначально ставилась для цветов.
И все это отапливается. И вот это ставится печка, соответственно, только исключительно для подтопки, ну, в экстренном случае, когда очень сильно, ну, резкий мороз. Заморозки. Ну, большие заморозки, там, ну, можно сказать, даже уже мороз, да? А так, когда в исключительных случаях, то есть данная часть теплицы, она как холодная вообще использовалась всю весну и будет использоваться осенью. Только в исключительных случаях, да? Потому что здесь, ну, тут не надо, чтобы было жарко. В той половинке теплицы, да, там будет вешаться шторка, она была висела всю зиму, весну. Ну, вот, там стоит две таких бочки, да, на которые отапливают, ну и, собственно говоря, держат хорошую температуру. Ну вот, здесь пробно посадили, знаешь как, хочется и в ноябре помидорчик скушать свеженький, да? Хорошо, зачем? Когда у тебя теплица, это уже все, сворачивается, в смысле, убирается все отсюда и уходит на зимовку. Это когда, декабрь что ли? Конечно, прошлый год мы закончили работу, вообще остановили теплицу 5 декабря, позапрошлый год... Он был теплый, да, угу. То есть мы закончили где-то, наверное, числа 10 или 15-го. Ну и потихонечку мы еще как бы так, не спеша ее подчищали. Убирали, наводили порядок. Да, после 15-го, как правило, мы заканчиваем работу. Нормально. Уходим на каникулы недели на две и начинаем. И когда возврат? А уже после Нового года, числа с 5-го, 3-го. Топишь, вот. И уже понеслась работа. Ну, посмотрим, как будет вообще, не знаю, не могу сказать, понимаешь. Хочется, да, вообще выходить на круглогодичный цикл, да. Но для того, чтобы это сделать, все-таки необходима более-менее капитальная теплица с хорошим отоплением. Для того, чтобы ночью спать, а не бегать там каждые 3 часа подкидывать все дрова, правильно? Ну, да. Со с каждым годом... Не, ну надо все равно упрощать, да, все равно себе надо жизнь. Упрощать себе жизнь, совершенно верно. Тем более масштабы есть, увеличиваются, соответственно, покажи, надо... Покажи, что вот смотри, мы никаких прополок здесь не ведем, то есть здесь смотри... Черный спанбон. Да, у нас белорусский спанбон Светлогорского завода. Подвязка, никаких подвязок. Вот, видишь, огуречная сетка приспособили для того, чтобы... А, вот, это сетка, это все, это она горизонтально лежит. Все, да, вот она висит, отлично, себя хорошо зарекомендовала. Ага. Вот. Здесь вот видишь, как 100 шторка висела, я обрезал ее. Все, вот этими двумя печками здесь стабильно от 15 до 20 градусов. А куда-то вы свой спрятали виноград? Здрасте. У вас было много, у меня сейчас его нет. Очень приятно. Это у тебя саженцы, да? Ну, они там как бы основные. Ну, только все равно я смотрю так культурненько, аккуратненько. Все культурно. Тут и цветочечки. Да, тут разные цветочечки. Слушай, нормально. Тут конвейер, я бы сказал. Да, здесь, понимаешь, здесь весной промышленный конвейер прямо. Летом другие, на осень уже третьи цветы. А еще смотри, во, нифига себе. Короче, у тебя как в самохвалочек в институте, даже круче. Да. Володя, есть чему поучиться, смотри, вот как тут. Есть чему, а ты у меня в этом году... В этом не было, да. Раньше был. Скажи, что там стало круче. Саженцы круче. Саженцы круче? Да, однозначно. Николай, Саша, забери назад саженец. Поменяешь на чугунь. Цена. Ну это статис сухоцвета, собственно говоря. Ну, как называется еще? Статис. Да, статица. Как дожди и погода немножко ее повредила, так она, конечно, гораздо интереснее, красивее и прибыльное дело. Но очень трудоемкое, очень трудоемкое. По крайней мере, срезка занимает порядка 5-6 часов на этих 2,5 суток. Так, экскурсия, я так подозреваю, закончилась? Да, мы собираемся. И уже похвастаться больше нечем. Все, передаем всем привет, улыбаемся и машем. Ну что, друзья мои, очередная экскурсия закончилась. Спасибо Саше Дубовскому, что пригласил на свой виноградник. Ну, вообще, в принципе, в свое хозяйство, на свой участок. И поделился с нами опытом. Так что, всем пока. Подписываемся на канал, пишем комментарии, что понравилось, что не понравилось. Пока.